Доброго утра! У нас уже часов, наверное, 9:30. В общем, сегодня все, последний день в садике у детей. И завтра выходные, и дети 2 недели дома, потому что ремонт в детском саду. Раньше ремонт был месяц, но сейчас какие-то, я не знаю, там законы поменялись, что ремонт должен быть не больше 2 недель. Вот сдали мы на ремонт, ничего нам ходить не надо, в общем, сдали деньги, все, 2 недели отдыхаем. Что еще хотел сказать? Григорий там на улице, не играет, работает, полит там траву, заправил везде кровать. Гришка, конечно, обалденно такой помощник. Прям не знаю, что буду делать, когда он пойдет в школу. Вот. В общем, идем работать. Сейчас я, у меня там постирала стирка, пойду развешу, пока хорошая погода, потому что дожди обещают. Так что нужно, чтобы все перестирать, в общем, успеть. Кукуруза? Кукурузы. Ага. Есть кукуруза эти наши. Да, вот зацвели тыква. Кабачки. А, это тыква у тебя, да? Зацвела. Зацвела, да. Щавель уже можно сливать. Да, можно уже борщ со щавлем, да, варить? Да. Огурцы скоро будут. Угу. Да, надо их поливать, Гриш, ты их не поливаешь. Ну, еще пока не скоро, сына, еще должны качанчики. Лёх. У меня нос цветочный вырос. Ты Буратино? Нет, просто. Это... Так, ну что тут, Григорий, у тебя? Так, ну как лучше, либо руками, иди сюда, я тут. Тут вообще заросли просто. Джунгли. Бери секатор, вот эти вот все надо вырезать прям под корешок. Это у меня красивая какая. Там. На обед сегодня у нас куриные, как это называется, чупа-чупсы, в общем, как это, бедрышки, да? Вот, они не до конца разморозились, все же у них с утра привез. Вот, в общем, здесь лук, чеснок. Приправа у меня будет вот такая к картофелю, она мне очень нравится, поэтому я сыплю везде, к мясу. В общем, такая приятная. И здесь соус, это соевый соус, подсолнечное масло. Хочу сюда еще горчички добавить, хорошенечко взболтать, залить сюда. И ставить в духовку до готовности. В общем, кто как готовит, у меня 200 градусов, примерно 40-50 минут, в зависимости, в общем, от мяса. Смотреть, в общем. Оказалось, что у меня обычной горчицы нет, поэтому я добавила зерненую. Она у меня махеев, там какая-то зерновая или зерненая. Ну, короче, зерна горчицы. Здесь я совсем немножечко, потому что Сержуня не очень любит, когда много этих зернышек, а мне нравится. В общем, сейчас сначала перемешиваю все со специями и в конце уже с вот этим вот соусом. Посоль! Посоль! А что ты надеешься? Выросла? Нет, там куча. Так надо рвать, держать. Оборвать. Давай иду. Возьми мисочку, Гриш. Или вот там, слышишь, кладет в кладовке или где-то там эти ведерки, посмотри, в которые мы малину собирали. Мама, мы будем я сначала обрывать, потом будем по пакетикам и продавать. Так, мы укропа повязали, даже щавля, да, сегодня мы взяли? Чуть-чуть. Уже даже людям борща захотелось со щавлем, да? И с яйцами. Ну что, салатик я приготовила, потом заправлю его сметанкой. Вот эти куриные чупа-чупсы, в общем. И спагетти у нас сегодня на обед. У меня тут фотосессия пряников. Да, дам тебе. Да, мы уже петрушку вяжем, уже даже сколько у нас, 5 часов, да, довязываем. И погода вообще как меняется. Только солнышко светило. Если он туча набежала и дождик пошел. В общем, вот такое вот лето. Мокрое. Так, сейчас буду кушать. Без 15,6 и на карате, чтобы потом, в общем, не есть уже. Вот. И смотрю, жди меня. Знаете, если хотите понять, что у вас все хорошо, просто посмотрите, жди меня. Там у людей такие проблемы, что понимаешь, что вообще у вас все прекрасно. Что эти проблемы вообще не проблемы. В общем, все буду кушать. Спагетти. Куриная эта ножка. Чупа-чупсика. Салат и соленые огурцы. Так, ну что,
обуваюсь на карате. Сейчас поедем. Боже, ну не знаю, как там погода, потому что тучи бегают. Дождя такого особого сильного не было. Но тучи, я вам скажу. Где-то, кстати, был. Сейчас он приезжал. Там же уборка идет в колхозе. И где-то прям дождь пролил на полях, как раз где надо убирать. Представляете? А у нас вот, где нам надо, чтобы нам полило, зелень, и нас и нету. Так, все, сейчас закрываю и едем. Что еще у нас случилось? Завтра выходной, вроде бы вязать не будем, но только если не будет дождя. Если будет дождь, скорее всего, будем вязать. О, теперь ключ не могу достать. Вот, все. Детей, может быть, сейчас заберу. Сейчас сижу, не позвоню, потому что он еще не забрал их. Так, мы сейчас с Григорием заехали в корзинку, купили арбуз. У нас он уже... Ой, я тут что-то нажала. У нас он уже 25 рублей килограмм, вот этот на 92 рубля. Ой. Не очень большой взяли первый, чтобы попробовать. Мы сказали, вроде что вкусный. Как будто там этот гипсокартон внутри. Накладит, да. Смотри. Что еще купили? Курицу я купила. А, здесь булка хлеба у Гриши, там где-то курица. Потому что у нас все мясо закончилось. У меня курица уже варится, переваривается. Да? Так, ну ложи, Гриш, чтобы ты сейчас не разбила. Арбузы купили сейчас еще тетя Аня, нектаринов и персиков. Так, мы только заедем, сразу отдадим и уедем. Не знаю, сейчас. Еще посидим, может. Подумаем. На кого-то он человек. А, темно, глянь, как мы до тети Ани приехали. В реальности так они говорят. Поставили машину, тут вечно негде поставить машину. Алло, зайка, мы до тети Ани сейчас приехали. Бля, какая тут лампа, она тут вообще таки это не положена. Это светодиоды. Да. Я как ярко теперь светит, а этот как классно, да, подрезано, очень красиво торчит. Из него можно эту лампу сделать. Мы дома, гляньте, до сих пор светит. Наша гирлянда встречает нас. Кстати, хочу сказать, круто, что сейчас есть фонарики на телефонах. Потому что ворота так неудобно закрывать без света. Ой, как хорошо дома. Антоха дома. А папа где спит? Да, Сафонка. Тебе нравится? Тебе нравится? Ну, такая, не очень. Покажи, где она. Мама, где мы купили арбуз? Арбуз же, да, мы купили. Где? В магазине где? В Магните? Нет, где? Там у Наташи. Я бы попробовала. Давай завтра, утром на завтрак. Не, на 90 рублей, на 92. Да, с карамелью. Это что-то там, родные просторы, по-моему. Ну, Гриша не очень понравилось. Тебе как, Антох? Так, уже сколько? 12:15. Я пока тут сейчас вымыла все на кухне, всю посуду домыла. Посудомойка еще домывает. В общем, завтра только нужно помыть пол. И все. Вот, в общем, вот такой вот у нас сегодня день. Дождя так толком и не было, достаточно сухо. Так, вот он начался на 5 минут, еще когда мы были на карате тоже начался, но быстренько закончился. Мне даже пришлось этот коврик с декатлона на голову одевать, чтобы быстро под навес бежать. Вот, ну, он быстро, достаточно, буквально через минут 5 уже прекратился, даже землю не успел намочить. Тучки, в общем-то, бегали, но и сейчас так ветрено. Сейчас, так как сижу, не спит, пойду Рекса выпускать, кормить его, выпускать, чтобы гулял. Вот так вот. В общем, вот такой вот сегодня день. Самый обычный рабочий день. Если завтра вроде бы стоят дожди на целый день, если, в общем, будут дожди, то мы опять будем вязать. У детей, как я уже говорила, каникулы в детском саду, так что теперь все будут дома, но Антошика мы скоро повезем к родителям, есть к Сережным, поэтому, в общем, будем с двумя детьми. Если честно, за Фонькой скучаю как ни за кем, потому что он такой маленький, мне, если честно, его не хватает, его этих смешных каких-то выражений, несмотря на то, что он еще не так хорошо говорит, но все равно. Стал он, кстати, намного лучше разговаривать, когда пошел в садик, вот прям заметно. Новые слова у него. Вот так вот. В общем, ладно, на сегодня все. Пошла я умываться, мыться и отдыхать. Увидимся с вами завтра. Пока.
Think I'm crying on my own, but I ain't.